еще футбольный мяч взял. У Скапи заработал. А что это? Я тебе покажу. Это просто обалденная тема. Где-то на небес ангел взмахнул крылом. Жить теперь чудеса. Плохое все там в былом. Потому что наш мир есть мир побед. Суперфутка для всех. Потому что есть супер шаман Атаман. Он открыл для народа свой денежный кран. И ватфутка. Снимаем шляпу перед шаманом и атаманом. Все тут потрясно и будет классно. Нас не сломали, мы все устояли. Больше схватились и укрепились. В дружбе, вере и нет потерям. Дело все в шляпе, у нас тут папе. Hidden from the world, 24 elite players hold a secret tournament with 8 teams and only one rule. The Oscar wins. Get better!
Добрый вечер, дамы и господа. Приветствуем вас на нашем очередном, внеочередном вебинаре. Еще раз добрый вечер. Открываю сейчас чат. Как слышно, будьте любезны, отметьтесь. Отлично, спасибо большое. Вижу, слышно. Итак, как я сказал, очередной, внеочередной вебинар. Я не пошутил, это действительно так. Честно говоря, сейчас сидели с Наташей, советовались. Ну, особых причин вроде бы и не было проводить вебинар. И тут вдруг увидели, что у нас появились клоны. Значит, дамы и господа, я с этого хочу начать наш вебинар. Если вы зайдете в группу, вы увидите, там на эту тему появились уже посты, что у нас появился клон у нашего фудкапа, доменное имя foodcap.ru. Абсолютная копия нашего сайта. Абсолютная. Значит, я всех предупреждаю. Это мошенники. К нам этот сайт никакого отношения не имеет. Будьте осторожны, не вводите туда свои логины, пароли, потому что вы тем самым их засветите и таким образом мошенникам дадите доступ к своим кабинетам. Вот. Ни в коем случае не совершайте там никаких действий, ну и понятное дело, предупреждайте всех своих, чтобы упаси Господь, чтобы не вносили туда свои деньги. Потому что это мошенники. Вот. Мы пока еще не знаем наверняка, кто этим занимается, но в ближайшее время уже специалисты работают. Значит, будет выяснено, кто это. Да-да-да, визуальная копия, вот видите, наш модератор. Алекс Рич пишет, что это только визуальная копия главной страницы, которая дает переадресацию на другой домен. Вот, значит, и появилась абсолютная копия нашей официальной группы. Группы ВКонтакте. То же самое, содрали абсолютно все. Содрали наши картинки, даже перетащили наше видео с Наташей туда. Значит, я всех хочу предупредить. Будьте осторожны, это мошенники. Ну, дамы и господа, нужно относиться к этому с пониманием. Почему? Потому что там, где крутятся большие деньги, там всегда есть мошенники. И с этим ничего не поделаешь. Как это ни печально. Ну, я очень надеюсь. Ёлки зеленые, я разговариваю, а у меня даже запись не идет. Печально. Я надеюсь, сейчас кто-нибудь тоже делает запись, потому что вот этот фрагмент до сих пор я запись не включил. Специально для записи скажу, у нас появились клоны, клон нашего сайта и клон нашей группы ВКонтакте. Это мошеннические ресурсы, назначение которых собрать логины, пароли, и, если получится, денежные средства. Прошу быть внимательными. Домен.ру – это мошеннический домен, на котором сайт сделан мошеннический. Так. Ну вот, Алекс Рич пишет, дело рук неугомонного мошенника Сисюка. Ну, пока это еще факт абсолютно не установлен, это только предположение. Вот. Может быть, конечно, может быть и это. Так, ну, что касаемо событий вообще происходящих в проекте. Дамы и господа, слава богу, все стронулось с мертвой точки. Атаман вернулся. Сразу, естественно, отвечу на вопросы, которые я знаю у многих. Насколько успешна была его поездка, насколько успешна была его миссия. Сразу говорю, да, она была успешна, все в порядке. Ему удалось, вот он сейчас уже фактически заканчивает всю эту бюрократическую волокиту с документами. Больше того, я вам скажу, вы видите, что уже
заработали сайты, что уже по фудкапу происходят, если кто не понял этого, сразу объясню, выплаты реферальных автоматически происходят сразу на кошельке Perfect Money. То есть напрямую. Да, они отражаются у вас в кабинете, как деньги выплачены, но они напрямую попадают на ваш Perfect Money. Если у вас есть рефералы, то даже нет необходимости затрудняться их выводить, они автоматом туда вылетают. Вот, то есть вы будете выводить только из своих кабинетов только те денежные средства, которые непосредственно на ваш депозит приходят. Вот это вы будете делать самостоятельно. Значит, предполагаем, что в ближайшее время точно так же будет и в VIP. Если здесь сейчас в зале присутствуют участники VIP, то, видимо, там такая же схема заработает. Ну, видимо, удастся, мы надеемся, что это удастся, атаман надеется, что у него это получится, полностью в полном объеме восстановить работу, выплаты там и все это, ну, все, что нас волнует, с понедельника. Вот, что еще можно добавить? Что еще можно добавить? Наташа, поддержи меня, а то у меня мысли в разные стороны побежали, собрать надо в кучу. Да, Игорь, я бы вот еще хотела что добавить. Леша, открой, пожалуйста, чат. Хорошо ли меня слышно, ребятам, чтобы мне понимать? Угу. Спасибо, ребят. Я бы хотела вот что добавить по поводу мошеннической группы, мошеннического сайта. Те ребята, которые на данный момент, скажем так, я вот сейчас смотрю эту переписку всю в группе, которые там негативят, которые точно так же там начинают что-то непонятное, какие-то действия делать, я бы предложила такой вариант. Ребят, вы останьтесь тогда там, в той системе, и пусть вам те люди, куда вы зашли, они вам выплачивают. Кто там, вот не знаю, сейчас модератор группы-то? А, вот Евгений Костюнин, или Костюнин, не знаю, как правильно, уж Евгений, простите. Потому что смотрю, что наши ребята вроде как кинули ссылку-то на официальную группу, на официальный сайт, ее удалили. Поэтому я предлагаю ребятам, те, которые там отписываются так лихо, и переписки какие-то оставляют, еще какие-то моменты такие не очень приятные. Ребят, вы останьтесь там, в той системе. Пусть вам тогда выплачивают там. Пусть, не знаю, кто там, у нас атаман, а там, не знаю, кто человек этим занимается, пусть он вам выплаты делает. Смотрю, что наша доблестная госпожа, как я ее называю, тоже активно там переписку выкинула. Ну так вы тогда своих рефералов в ту систему, пожалуйста, приводите, и пусть там выплаты делают. А то получается так, негативлю я там, жалуюсь я там, захожу туда, деньги отношу, а выплаты мне, пожалуйста, сделайте здесь. Мы уже говорили о том, что сейчас на данный момент атаман полностью, когда завершит все дела свои с документами, естественно, выплаты пойдут активнее. Насколько я знаю, по чатам уже были возвраты. Возвраты в каком понимании? То есть была проведена лотерея. И я лично выкладывала скрины, ну не скрины, а транзакции людей, которые получили выплату. Они сделали вклад, то есть депозит, и им атаман плюс 50% от их вклада еще внес на депозит. Что значит выплат нет? Они идут. Просто, скорее всего, вы их не видите, вы не заходите в специальные разделы, вы не заходите, не смотрите. И ребята, к сожалению, ну, я не знаю по какой причине, не все выкладывают действительно скрины. Мы просили о том, что, ребят, выложите, пожалуйста, скрины, кому выплата сделана. Но, к сожалению, ну, не все просто-напросто прибегают к скринам. Даже более того, отзывы не оставляют. Мы не можем заставить участников это делать, мы не можем их из-под палки просто гнать. Это, ну, как бы не наш метод. Пожелал участник оставить скрин, пожелал участник оставить свой отзыв. Пожалуйста, мы будем рады. Нет, ну, что ж теперь. Но, однако, по чатам это есть. Другой момент, что этим всем пользоваться, конечно, начинают мошенники. Начинают непонятно, что на систему говорить, непонятно какие-то там сайты делать, группы.
Честно сказать, ребят, вы, вот не знаю, здесь есть эти мошенники сейчас, присутствуют на нашем вебинаре или нет, либо, может быть, они видео посмотрят. Вы, если что-то делаете, вы хотя бы, хоть не знаю, хоть информацию, что ли, не воруете тогда. А то многие участники, вот действительно, ну как бы нельзя их за это винить, они думают о том, что это фудкап, что это реальный фудкап. А ведь они вводят вас в заблуждение. Просто в заблуждение. И то, что вы будете действительно оставлять там свои данные, никто не может гарантировать того, что эти данные не пойдут куда-то дальше. Поэтому решать тут каждому участнику, естественно, только самостоятельно. Также я бы хотела вот еще поговорить на такую тему, как вообще общение в группе. Сколько наблюдаю, многие участники, ну, как бы не хотят читать информацию, они не хотят просматривать, не хотят смотреть видео. То есть, в общем, им, в принципе, как бы лень этого делать. Причем даже нисколько не скрывают, а действительно говорят, ну, а зачем? Возьмите коротко, расскажите. Ребят, это ваши деньги. И у многих из вас есть команды. Многие пишут, что я вот лидер, там, я сетевик со стажем, но мне лень просмотреть информацию. Я думаю, что вы должны обратить внимание на то, какую информацию выкладывают. Стараются оперативно, что девчонки в чатах выкладывать, что мы стараемся в группах выкладывать оперативно вам информацию. Единственное, что нужно сделать, это просто зайти посмотреть, прочитать. В крайнем случае, ну, я не знаю, спросите у спонсора своего тогда. Но спонсоры почему-то точно так же не желают знать эту информацию. А потом получается так, что каждый раз по 15 раз нужно будет отвечать на эти вопросы. Смотрю комментарии, даже уже многие участники, те, которые спокойно сидели, наблюдали за всем этим делом, тоже уже стали не выдерживать. Они точно так же начинают отписывать комментарии. Ребят, ну повнимательнее просто, смотрите же вы информацию, всю же мы ее выкладываем. Полностью всю, какая информация есть от атамана, мы всю ее выложили. А получается сейчас каким образом? Зашел? Блин, зачем я буду там какие-то посты смотреть, зачем я буду какие-то комментарии листать, хотя, в принципе, на 2-3 строчки всего лишь вверх подняться, и, пожалуйста, вся информация, она вам дана. Все оперативно выкладывается. Я еще пойму людей, которые действительно не работают в интернете. Вот у меня тоже есть такие участники. Ну, вот они как инвестора. Они заходят и говорят, Наташ, просто какие новости есть? Да не вопрос, вот посмотри. Звук пропал от Наташи. Здесь в группе выложено вот это, вот это, вот это. Да, хорошо, спасибо. Я сейчас полностью просмотрю всю информацию. Человек полностью просматривает эту информацию. Но печально просто, что многие лидеры этого не делают. Активисты. И начинают опять в комментариях писать. Начинают в чатах опять задавать одни и те же вопросы. Смотрю, что и девчонки тоже, вот модераторы, постоянно отписывают, что, ребята, ну просмотрите вы, пожалуйста, информацию. Мы ее очень оперативно выкладываем. Это вот, наверное, пожалуй, единственное, что я хотела добавить. И насколько я знаю, что в понедельник у нас будут присоединены новые платежные системы. Это вот пока предварительная данная, предварительные данные. Вот. Также с понедельника, вот насколько мне известно, будут уже с депозитов выплаты идти. Опять же, еще раз говорю, что это пока предварительные данные. Сейчас атаман как приедет, насколько я поняла, что он опять уехал документы делать, вот договариваться там о чем-то. И у нас будет уже более подробная информация. Когда конкретно? Что уже мы выложим, естественно, и в группах, и в чатах. А так, пожалуйста, реферальная система, она выплачивается вам, вы видите уже полностью автомат. Особых тем для разговора-то, в общем, и нет. Ну, вдруг, когда увидели, вот, что появились вот эти вот клоны... Да-да, Игорь, можешь говорить. Я говорю, давай срочно нужно собирать, чтобы, не дай бог, люди не попали в неприятность. Вот, поэтому такой экстренный вебинар получился. Ну, как я вначале сказал, очередной, внеочередной вебинар. Значит, вебинар сегодня будет очень коротким. Единственное, я хотел внести правку, потому что вот слушал, как Наташа рассказывала о выплатах, и понимаю, что многие могли не понять. Ни в коем случае
лотерея и прочие акции не заменяют выплату. Не заменяют. То есть, если человек внес депозит новый, помимо того, что у него раньше было, если человек там принял участие в какой-то акции, атаман все это сделал только с одной единственной целью, что если у человека там остались какие-то деньги, ну вот вы помните после того ДОСа, когда у всех обнулились аккаунты там и так далее, у человека ждет каких-то денег, и вроде бы как теряет время, чтобы он время не терял, атаман вот сделал вот эти вот лотереи и прочие акции, чтобы человек мог в течение этого времени, пока там разборка идет с теми депозитами, чтобы человек уже что-то мог зарабатывать. Но это не отменяет никаким образом предыдущие выплаты. То есть, если что-то положено вам, вот помните условия, если вы с того депозита либо вообще денег не выводили, либо вывели меньше, чем сумму меньше, чем у вас был сделан депозит, то разница вам будет возвращена на депозит. Это действительно так, она будет возвращена независимо от того, участвовали вы тут сейчас в каких-то акциях, там, в каких-то лотереях, там еще в чем-то. Одно с другим связывать не нужно. Вот, собственно, вот так. Ну, наверное, все. Наверное, сегодня добавить больше и нечего. Да, Наташа? Я так понимаю. Да, Игорь, в принципе, ты уже сказал, что мы сегодня не планировали так-то вебинар проводить. Все вопросы, которые есть, они, в принципе, вернее, вопросы, на которые нужно было отвечать, мы, в принципе, оперативно отвечаем и в группе, и в чатах уже есть ответы. Ждем сейчас на данный момент полностью всю информацию от атамана и уже проведем вебинар плановый. Я думаю, что, скорее всего, либо в понедельник, либо во вторник уже состоится вебинар, на котором мы сможем, скажем так, более подробно рассказать, что на данный момент у нас происходит в проекте и что планируется. Точно так же уже в ближайшие несколько дней и месяцев. Пока вот на данный момент информацию мы вам предоставили. На вопросы сегодня отвечать мы опять не будем, потому что, еще раз, как вот Игорь сказал, мы не планировали сегодня вебинар провести. Единственное, что мы донесли вам информацию, что не стоит доверять тому сайту, потому что это ваши деньги. И, естественно, в ответе вы за них только самостоятельно уже теперь. Так же, как и за ваши данные. Смотрите, решайте. Дело уже каждого из участников. Да, дамы и господа, большое спасибо вам за внимание. Ну, простите, что сегодня так коротко. Ну, в общем-то, размазывать нечего особо. Однозначно можем сказать, проект живет, проект развивается. Все неприятности, в общем-то, уже, можно сказать, минули. Осталось, как говорится, мелочи доделать, и все будет очень хорошо. Начисления идут, выплаты идут. Все по плану. Большое спасибо вам за внимание. Позвольте откланяться. Это же настоящий футбольный мячик, ты взял? В Буткапе заработал. А что это? Я тебе покажу. Это просто обалденная тема. Где-то на небес ангел взмахнул крылом.